То, что вам предстоит увидеть, строго засекречено. О, вот он! По мере приближения к Северному полюсу, земная гравитация все больше нарушала работу его систем телеметрии. Он рухнул в арктические льды несколько тысяч лет назад. Мы привезли его на этот объект в 34-м. Мы его зовем ИНП-1. Сэр, я вовсе не собираюсь подправлять во всем, но это Мегатрон. Он вожак десептиконов. Он в состоянии криостаза с 35-го года. Твой прапрадедушка сделал одну из величайших открытий в истории человечества. С этого начался наш современный мир. Микрочипы, лазеры, космические корабли были созданы в процессе изучения этого существа ИНП-1. Мы его так называем. А почему Земля? Все из-за искры. Они прилетели в поисках кубической штуки. А этот ваш мистер ИНП-1, он же Мегатрон, так его зовут, является сторонником зла и хочет с помощью куба трансформировать наши технологии и захватить Вселенную. Вот его план. И ты уверен в этом? Да. Вы знаете, где эта штуковина? Идите за мной. Сейчас вы увидите жемчужину нашей коллекции. По нашим данным, куб попал на Землю за 10 тысяч лет до Рождества Христова. Первые семеро нашли его в 1913 году. Они догадались, что она инопланетного происхождения по одинаковым иероглифам на самом кубе и на ИНП-1. Вокруг куба построили дамбу толщиной в 4 футбольных поле, чтобы энергию, которую он излучает, не смогли снаружи засечь ни люди, ни разные инопланетные существа. Вы говорите про энергию, а какую именно? Хороший вопрос. Располагайтесь. Охрана должна нас закрыть. Ничего себе царапины. Тут был у вас Фредди Крюгер? Или может Росомаха? Ага. У кого-нибудь есть механические устройства или приборы, сигнализации, сотовые? Отлично. С Nokia хуже всего. Японцев приходится уважать. Они знают, что такое путь самурая. Защитные очки. Мы можем собрать излучение куба и направить его в этот бот. Вот поганец, а? Мелкий, а такой опасный. Вооружен и готов уничтожить кого угодно. Сейчас проломит бокс. Что там у вас? Отказ системы. Что? Поломка генератора. Здесь есть оружие. Живо все резервные мощности в камеру ИНП-1. Они вырубают генераторы. Всем внимание, внимание, давление падает, мы теряем ИНП-1. Доставай подгалиберный 40 мм. Ясно, несите сюда все, что можете. Где моя машина? Отведите меня к ней. Робот знает, что делать с кубом? Твоя машина, она конфискована. Расконфискуйте. Мы не знаем, что произойдет, если робот окажется здесь. Может, ты знаешь, я нет. Вы будете ждать, что произойдет? На карту поставлены жизни людей, молодой человек. Стоп, стоп, стоп. Бросай оружие, солдат. Пришельцы затеяли войну, а ты хочешь меня убить? Мы сюда не направим. У меня полномочия агента С7. Я приказываю. С7 не существует. Считаю до 5. Тогда и до 3. Ладно. Хорошо. Что ж, хотите, чтобы судьбу мира зависели от комара? Не вопрос. Нет, нет, нет. Стоп, стоп. Остановите. Не трогайте его. Стоп. Стоп. Остановите. Не трогайте его. Ты в порядке? С тобой все нормально? Послушай, куб у меня, и десептиконы уже рядом. Нет, нет, насчет них не волнуйся. Ладно, они тебя не тронут. Отойдите немножко. Он наш друг. Все хорошо. Так, давай, отпусти оружие. Они тебя не тронут. Мы тебя отведем к искре. Да, с ним что-то происходит. Невероятно. Нечего больше тянуть. Он прав, надо уходить. Ведь Мегатрон в соседнем ангаре, до города 35 миль. Надо вынести куб отсюда и спрятать его в городе, но у нас нет шансов, если мы не вызовем авиацию. Все будет, только дайте время. Сэм, садись в машину. Все прикрываем желтую машину. Поливай его. Мегатрон.
Я живу, чтобы служить тебе, лорд Мегатрон. Куда делся Куб? Его забрали люди. Ты снова меня подвел, Старскрим. Взять его. Вот и Оптимус. О, нет. Снова эта полицейская машина. Блокируй. Где обещанные самолеты? Ага, вот и авиация. Нужен дым. Надеюсь, они увидят нас и обеспечат прикрытие. А иначе, подумать даже не хочется, что может получиться. Что-то не так. Назад, в укрытие, бомбы. О, нет. Осторожно. В укрытие, назад, быстрее. Ложись. О боже, Бамблби. Нет. Твои ноги. Бамблби, вставай. Рэтчет. Я этого и боялся. Ты должен встать. Все нормально. Давай. Еще один. А, надо уходить. Я тебя не оставлю. Ну, держись, здесь тихо. Быстрее, это Мегатрон. Быстрее, отступаем. Где поддержка с воздуха? И это на все, что ты способен? Иди сюда, недоумок. Ты хочешь меня разорвать на части? Я тебя порву. Тот почти дохлый, а он еще встает, и еще тот на здании. О, черт, это конец. Сэм, где Куб? Он здесь. Хорошо.